дикое село. Брошенный дом полностью двухэтажный. И квартирка идет как нажилая. От великого села осталось лишь одно. Но я не мог не добавить это. Это как водяной знак. Все разорило. Людей столько поубивали. Видите, не осталось. Кто все лучше? Камера была на сколько ехали? Да тут 90 уже все. Ну чтоб Бурская, да всякие ее мужья жили, да? Это не получилось что-то. Беседочки сидят, отдыхают. Вот так это ля, какой вид! Так, где они купаться? Ну, а что спрятаться? Лопать! Деревню разводить, города поехал. Рамушева.